Значит, Керченские мероприятия, Керченские купания 2019 года. Состояние льда можно увидеть на видео. Вы видите его. Лед двойной. Под верхним слоем, значит, находилась вода. Сейчас глубина воды примерно, ну, сантиметров 30. В данном случае здесь не имеет это принципиального значения, потому что выход на лед здесь полностью заблокирован. Только через специальное устройство люди, значит, будут спускаться вниз для того, чтобы произвести омовение. Мы, службой спасения, традиционно по области обеспечиваем безопасность мероприятия на 27 участках. Это не все участки, это наиболее крупные, наиболее, скажем так, массовые. Будет задействовано более 100 человек личного состава, ну и почти, наверное, 80% всей техники колесной и судов на воздушной подушке в 100% случаев. Как каждый год, в принципе, у нас проходят крещенские купания, которые обеспечит областная служба спасения. Как вы видите, вырублена купель, будет установлена обрешетка, дабы, чтобы никто, если какие-то будут, но это не дай боже, чтобы что-то, люди были в безопасности. Значит, будет находиться освещение здесь, пункт обогрева для людей. Вот, все меры безопасности будут соблюдены. А предполагается, сколько придет человек? Ну, каждый год это, в принципе, как бы я не могу вам сказать. Но самый большой наплыв, это, мне кажется, здесь, около ротонды. Это ближайший для людей подход к купели. Угу. Вот. Но в этом году будем думать, потому что как бы все данные мероприятия проходят к выходным дням, значит, народу будет ожидаться. Есть ли какая-то особенность вот именно вот погоды, которая установилась в Саратовской области? Вот есть какие-то опасения вы сами видите, по поводу льда? Двойной, да, как бы это усложняет. Ну, спасатели к этому готовы, и все меры безопасности будут соблюдены. Есть. Жуль, а здесь края? Нет, нет.